Увлекательные игровые программы, флешмобы, квесты и концерты. Программа весьма насыщенная. Основное действие развернется на Театральной площади с 10 часов утра. Будут действовать интерактивные площадки на все вкусы. Для любителей литературы – радуга детского чтения, музыки – правила счастливого детства. А также интеллектуальный квест «Клуб всезнаек», флешмоб «Краски лета», фестиваль «Музыкальная палитра», пленэр для юных художников «Нарисуй лето» и многое другое. Здесь же стартует первый всекубанский турнир по уличному баскетболу. Во всех ДК сельских районов муниципального образования с 11 часов начнутся музыкально-развлекательные и праздничные мероприятия. В завершении праздничной программы в городском театре состоится концерт художественного ансамбля современного эстрадного танца «Сити Джаз». Начало программы в 5 часов вечера. Полностью программу можно посмотреть на нашем сайте anaporegion.ru.